Так, всем привет! Мы продолжаем играть в зайчика. Можно я уже поиграю в другую игру? У меня там есть сосед, вторая часть, я хочу в нее поиграть, но почему-то все требуют именно зайчика. Окей. Полина улыбнулась и зашла в кабинет. Мы продолжаем. Неужели я смогу узнать ее получше? Не зря я все-таки не пошел с Ромкой и Бяшей. Я уже и забыл, что это другая ветвь. Следующий урок обещал быть невероятно скучным. Особенно по этой многоопережающей школьной программе. Сев за парту, я достал учебник русского и принялся бесцельно листать страницы. Что-либо записывать интереса не было. Все мысли были заняты Полиной и утренней стычкой. Мне вот интересно, а будет выбор? Тут, между Катькой и Полиной. Или все-таки в ветве с Ромкой и Бяшей она ведет к знакомству с Катей. А вот эта ветвь, где мы с ними не пошли, она ведет именно к Полинке, романтической линии. Как только прозвенел звонок, я сразу же вышел из класса, с нетерпением ожидая продолжения разговора с Полиной. Так, Петров, срочно придумывай темы для разговора. Опа-на, вот и она. Приветик еще раз. Привет. Так, Петров, ты ничего не придумал. Импровизируй. Приветик. Ой, этот урок был таким скучным. Кстати, ты случайно не знаешь, где Рома и его прихвостень? Где-то в подвале сидят. Ты про Бяшу? Да, он мне никогда не нравился. Почему? Крутится хвостиком и поддакивает постоянно. А без Ромки ничего сам сделать не может. Почему Полине интересно, где сейчас находится Ромка? Я и сам не знаю. Холодно ответив, я опустил глаза. А зачем они тебе? Просто хотела удостовериться, что сегодня их не увижу. Гениально. Полина что-то не договаривает. Антош, мне тут помощь нужна. Недалеко прям, в кабинете музыки. Ага. В кабинете музыки? Я же не умею играть, какая помощь с моей стороны ей могла понадобиться? Но так или иначе, имею ли я сейчас право отказывать? Да, давай помогу. Отлично, пойдем. Я чёр на барабанах. Вот нам сюда. Недалеко отошли. Полина легким взмахом руки распахнула дверь и бодро прошла внутрь. Я же чуть менее решительно шагнул за ней. Ты же еще не был в этом кабинете, да? Ни разу. Остановившись в дверях, я стал осматриваться. Ага, я здесь впервые. Продолжая изучать стены и портреты, висящие на них, я заметил стертые записи, сделанные на доске. А тяжело запомнить все эти ноты? Достаточно не лениться и не пропускать уроки сольфеджио. Там все предельно просто. А что, хочешь научиться играть на музыкальных инструментах? Спросив это, лицо Полины озарилось еще более светлой улыбкой, что заставило меня задуматься. Умение играть на музыкальном инструменте – это ведь круто. Особенно на пианино. Мы могли бы вместе с Полиной сочинять свою музыку. Я бы играл на пианино, а она на скрипке. Вместе бы ездили по разным странам, выступали. Родители нами бы гордились. Было бы неплохо научиться. А какие инструменты тебе нравятся? Думаю, пианино. Опа-на. А ты знал, что пианино отлично дополняет скрипку? Думал об этом. Тихим и ласковым голосом спросила Полина. Приятные мурашки пробежали по всему телу. Вместе они отлично звучат. Ты абсолютно прав, Антоша. Мне нравится, когда она меня так называет. Это прекрасное сочетание, Полина. Ты это уже говорил. Слова сами вырвались из уст. Щеки загорелись, пульс участился, и сама уже душа ожидала интригующее продолжение. Ее глаза заставляли дыхание замирать,
Они словно гипнотизировали, поглощали. А ее ласковый голос... Определенно. Начинается опять. Опять я буду кринжевать все время. Полина, ты тут? Опа-на. От неожиданности Полина быстро отпрыгнула от меня в сторону. Только не она. Опа-на. Что такое? Катя, черт ее побери. Ах, вот ты где. Я или Полина? С этим изгоем дружбу уводишь? А, вот так вот, да? Что хочу сказать. Ромочка получше вариант будет. Но выбирать тебе, конечно же. Пытается отбить. Да и ухаживает он за тобой явно лучше, чем этот очкарик. Рома ухаживает за Полиной? Катя, мы просто общались. Полиночка, я не слепая и видела, как вы тут чуть ли не целовались. Роме будет очень неприятно узнать, что его девушка целуется с каким-то неудачником. Это уже угроза. Я зло сжал кулаки. Однако слова Смирновой были настолько же противные, насколько и интересны. Катя, можешь выйти из кабинета и оставить уже нас в покое? Ах, Полиночка, променяла свою подругу на неудачника. Подругу? Неудачника, у которого завтра появятся синяки по всему телу. В лучшем случае. Спасибо. Да-да-да. Посмотрев на Полину, я впервые увидел ее разгневанное лицо. Заткнись, жалкая сплетница! Да. О, даже так? Ну давай, покажи, на что ты способна, подружка. Как в старые добрые, давай, давай! Не желая даже представлять, во что это сейчас может вылиться, я шагнул к Кате. Ты слышала, что тебе сказали? Неистовая злоба закипела в моих жилах, будто бы насмехаясь над моей сдержанностью. Свали отсюда. Смелости набрался, я смотрю. С рук тебе это не сойдет, Антоша. Я сказал тебе свалить отсюда, Смирнова! Поправив воротник, Катя надменно и неторопливо вышла из класса, перед этим бросив взгляд на Полину. Он был, как всегда, решителен, однако проблески беспокойства говорили о выигранной битве. Жаль, что это битва, начало войны. Ох, Антоша. Да, мне влетит. Мы были слишком грубы с ней. Не думаю, что ласковые слова повлияли бы на нее так же сильно, как грубые. Это я виновата, что она стала такой. Почему? Это же из-за отца, который пропал. На глазах Полины выступили слезы. Что она имела в виду? Почему? Ладно, неважно. Забудь, Антон. Возьми, пожалуйста, вон ту стопку нотных тетрадей, которая лежит на стуле. Окей. Да, сейчас. Я поднял на руки большую стопку тетрадей. Полина же взяла скрипку, лежащую на пианино в углу кабинета. Ее расстроенные, мокрые глаза не давали мне покоя. Нужно как-то утешить ее. Однако что-то удерживало меня, мешало подойти к ней. Пойдем. Не дожидаясь меня, Полина быстро ушла из кабинета. Да что я за тряпка-то, а? Так и не смог ее успокоить. И какой же я мужчина после этого? Лишь мальчик. Это все ладно, меня побьют. Вот это самое страшное. Школьный день был ужасным. Скучные уроки, мерзкая Катя, расстроенная Полина. И я, который не смог поддержать свою подругу. Вздохнув, я понял. Пора домой.
Будто бы сейчас я пойду домой, и там уже будет Шайка ждать меня. Неужели я причинил ей боль? Моей Полине. Только от одной подобной мысли сердце было готово разорваться на клочья. Почему я так страдаю из-за нее? Почему она единственный человек, который искренне хочет общаться со мной? Который понимает меня и готов выслушать? Мне нужно позвонить ей, срочно. А номер? Я же его не знаю. Почему я такой неудачник? Катя была права. Я никчемен. А ведь я был так близок к ней. Так близок. Инцидент в классе музыки терзал и никак не хотел выходить из головы. Неужели Полина и вправду дружит с Ромой? Почему она не рассказывала мне об этом раньше? В поисках ответа я стал наворачивать круги по комнате. Возможно, это все Катины бредни, чтобы рассорить нас. Полина бы не стала дружить с такими хулиганами. Как же это Смирнова достало? Я, конечно, хочу примириться с ней хоть когда-нибудь, но вряд ли это возможно. Да и после сегодняшнего дня... Эх, почему Рома? Опа-на, Оля. Ты так незаметно пришел. Привет, Оль. Я остановился и грустным голосом поприветствовал сестру. Плюхнулся на кровать. Как твой день прошел? Представляешь, мы сегодня с мамой и папой пошли гулять. Оля не шутит? Ты серьезно? Даже с папой? Серьезно. Папа с работы пораньше вернулся. Странно, почему-то я не заметила его обуви в прихожей. Только мама меня укутала всю, что аж ходить трудно было. Зато тепло. А где сейчас папа? Он помог маме какие-то коробки перетаскать, а потом они уехали в какой-то большой магазин. Большой магазин? Супермаркет? Да! Папа, когда проезжал мимо твоей школы, заехал в продуктовый и увидел рекламу большущего магазина. Там все есть! И куклы, и кассеты с мультиками. Папа проезжал мимо школы? Как хорошо, что я не пошел с Ромой и Бяшей, иначе бы отцу уже рассказали бы о моем прогуле. А, кстати, в предыдущий раз... Мама изначально не хотела ехать, но почему-то передумала. Может, и мы тогда погулять пойдем? Не ожидав такого предложения от Оли, я не нашел, что ответить. Ну... Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Почему Антоша? Бы нет? Антоша! Олины круглые глазенки давили на жалость так, что отказаться язык не поворачивался. Однако моя усталость после школы тоже давала о себе знать. Я соглашусь, сначала сохраним. Потому что это выбор все-таки. Что тогда он значит? Ладно, хорошо, но всего на полчасика. Ура! Спасибо, Антоша! Оля радостно потопала ногами и быстро убежала вниз. Странно, что мама разрешила ей погулять на улице. Но оно к лучшему. Сестра и так много времени просидела в четырех стенах. Превозмогая усталость в коленях, я встал и пошел за Олей. Будто бы я сейчас выйду на улицу и больше не встану. В коридоре я помог ей надеть курточку, а потом оделся и сам. Пухлые белые щечки Оли очень забавно выпирали. Антош, а может я без шарфика пойду? Не-не-не, нельзя, нет. Ага, ты хочешь заболеть? А потом умереть. Не хочу. От туберкулеза. Значит, пойдешь с шарфиком. Ну нечестно это все. Ты сам почему без него ходишь? Я уже большой, мне труднее заболеть. Да какой ты большой? Такой же пупс, как и я. Согласен.
Оля недовольно нахмурилась. Тогда я пупс побольше. Ладно, все, идем. Или ты передумала? Обиженно воскликнула Оля. Ну, тогда пошли. Мы вышли из дома. Я рад, что Оля изредка, но хотя бы будет гулять. Все мультики уже давно пересмотрены, да и из игрушек она вырастает. А еще я из окна лисичку видела. Да, знаю такую. Я опешил. Лисичку? Да, это была девочка твоего возраста. В красивой маске и шубке. Я хотела с ней поговорить, но мама запретила. То есть мать знала, кто там был или что? Спасибо тебе, мам. Оль, не надо к ней подходить. Ни в коем случае, слышишь? Оля слегка отступила. Антош, ты чего? Да так, воспоминания одни. Она злая. Она хочет утащить нас в лес. А, мы же поговорили с Полиной. Она нам рассказала, что делают зверята. Да, опираясь на рассказ Полины, я пытался предостеречь сестру. Не слушай ее, не смотри ей в глаза. Она опасна. Я уверена, что она добрая. У нее такая милая собачка. Она ее Жулькой называет. Вспомнив, как Рома пнул Жульку, я обрадовался, что... Ага. Помню, как Рома пнул Жульку, я обрадовался, что с ней все в порядке. Просто доверься мне, ладно? Ради мамы. Ну, если ради мамочки... Ладно, хорошо. А что, ради меня тоже нельзя? Ну, если ты нарисуешь мне динозаврика. Окей. Ты мне давно еще обещал. Хорошо, нарисую, как придем домой. Я повел Олю по лесной тропинке, а затем свернул в левую сторону. Ого, какие здесь закорючки. Ты о чем? Оля показала пальцем на голые деревья, прочившиеся от беспощадного холода морозной зимы. Ага, те еще коряги. А можешь мне свою школу показать? И почему же именно школу? Интересно посмотреть, где ты двойки получаешь. Оля хитро посмеялась. Я вообще-то хорошист. Ладно, пойдем. Но ненадолго. Заодно поселок тебе покажу. Ура! Оля миленько шагает по протопанному снегу, а я с уставшим выражением лица следую за ней. Нет проблем, нет забот. Эх, не ценил я то время, когда был мелким. Очень долго до школы идти. Да. И ты каждый день так? Я уже привык. Зато часто на свежем воздухе бываю. А у меня носик от этого свежего воздуха уже замерз. Всяко лучше домашней духоты. Мы подошли к поселку. Не хочу домой возвращаться. Он воет, скрипит и кряхтит. Я тебя понимаю, Оль. Хочу вернуться в уютную квартиру. А как же шумные соседи? Если честно, я уже соскучилась по провинатору дяди Пети. Провинатору? Перфоратору, Оль. Да, перфонатору. Глядя на улыбку своей сестры, я сам невольно улыбнулся. Как мало ей нужно для радости. Всего лишь выйти... Ого, чё? О, Полинка. Ой, Антон, не ожидала тебя увидеть. Полина подошла ближе, мило улыбнулась и посмотрела на Олю. Антоша, а это кто? Олин вопрос поставил меня в ступор. А, это? Это одноклассница моя. Улыбка Полины исчезла, после чего она опустила глаза. А, ожидала что-то другое, да? Да, мы в одном классе учимся. Грустно сказав, Полина улыбнулась вновь. А как тебя зовут, милашка?
Оля посмотрела на меня. Я одобрительно кивнул ей. Меня Оля зовут, а тебя? А меня Полина. Оля широко улыбнулась. Полиночка, а ты будешь моей подружкой? А то у меня вообще друзей нет. Конечно, буду твоей лучшей подругой. Антон, ты слышал? Ура! У меня теперь есть подружка! Полина и Оля мило общались, заставляя улыбку на моем лице сиять еще больше. Ой, Полина, а ты придешь к нам в гости? Олин вопрос, адресованный Полине, заставил мои щеки покраснеть. Конечно, Оленька. Если твой брат будет не против. Окей. Да, конечно, приходи. А засмущался как? Оль, перестань. Весь покраснел. Это от холода. Слова Полины кинули меня в жар. Мне одновременно и нравилось быть рядом с ней, но в то же время было некомфортно ощущать себя стеснительным ботаником. Ладно, ребята, я пойду. Дела не ждут. Куда ты же ко мне домой хотела? Так быстро? Мы даже не обсудили любимый мультик. Оленька, я обязательно приду к вам в гости, и мы обсудим все-все твои любимые мультики. Она идет куда-то. Я понимаю примерно куда, потому что... В другой ветви, где мы пошли с Ромычей и Бяшей исследовать, он говорил, что у него уже были попытки как-то связаться с Полиной. И, возможно, она как раз-таки идет к нему сейчас и откажет. Ну, как я слышал от Ромки. Вот так вот. Обещаешь? Обещаю. Ура! Антош, а ты любишь Полину? Я остолбенел. Так, вопрос. Этот вопрос с подвохом. Ошибиться нельзя, как бы. Придумай что-нибудь. Полина, видимо, тоже. Ладно, я пойду. Пока, Оль. Пока, Антон. Если вот так, то ладно. Полина, попрощавшись, быстро ушла. Я что-то не так сказала? Да нет, все нормально. Еще как, это же позор, о чем ты думала? Да что ты так? Я сделал глубокий вдох. Нет, Толь, все нормально. Пойдем домой. Придя домой... Я и Оля отогрелись, а мама позвала нас есть. Я кое-как осилил последнюю ложку рисовой каши с клубничным вареньем, а потом все запил чаем. После же я помог сестренке починить слетевший с настроек телевизор. Провозившись с ним битый час, я принялся делать домашнюю работу. В этот раз задания на дом были элементарными. Даже для меня, человека, не особо понимающего, что... Ладно, я думаю на этом закончить. Всем спасибо за просмотр, всем пока.